Приветствую, друзья, канала Фишинг. В этом видео мы с вами оснастим силиконовые приманки крючками. Я вам покажу, друзья, то, как оснащаю я. В принципе, три самых простых способа. По большому счету, вообще достаточно и одного способа. Многие из вас поддержали мою, как бы, идею. То, что, ну, можно продлить рыболовный сезон благодаря спиннингу, потому что можно с минимальным набором снастей выйти на речку, на ближайшее озеро, прогуляться пару часиков и в идеале, конечно, поймать рыбку. То есть в спиннинг не уходят полностью, а иногда дополняют свою рыбалку, как бы, и флетфидеристы, и карпятники, фидеристы, поплавочники. Это нормально для нас, друзья, для рыбаков, любителей. То есть, если есть возможность, спиннинг по-любому продолжает рыболовный сезон. И у нас сейчас такие зимы, что можно практически до Нового года, а то и после ловить на спиннинг. В общем, друзья, я вам покажу свои три способа, ну, которыми это не мои способы, в общем, которыми я оснащаю приманки. То есть, ничего нового, я думаю, не покажу, но новичкам в спиннинге будет однозначно интересно и... Тем людям, которые реально хотят, опять же, повторюсь, продолжить рыболовный сезон. Поехали! Вообще, друзья, в идеале, конечно же, оснащать дома силиконовые приманки. В домашних условиях это все намного получается... красивее, эстетичнее, но, конечно же, будут случаи, когда придется оснащать на водоеме. Ну, я покажу вам, как вообще это идеально делать. Да. Так, силиконовые приманочки берем. Так, ну, возьмем, например, два вида. Вот, возьмем червячка. То есть так можно оснащать и твистера, и виброхвосты, и остальные всякие там приблуды. Ну, я, в принципе, люблю, честно, все упрощать. И у меня в основном, ну, вот из экзотики это червячки, такие виброхвосты. А так у меня виброхвост и твистер. Это мои две главные, скажем, приманки. Так, ну, начнем с классической классики, друзья. Подбираем крючок. Так, это пока в сторону. Из такого расчета, чтобы он выходил, особенно это касается виброхвостов, чтобы он выходил примерно в половинке виброхвоста. Ну, то есть визуально видно. Вот так вот не надо близко делать, будет он заваливаться, сильно переваливаться, и качество поклевки тоже будет отсутствовать. Вот. В идеале в половинку, если чуть ближе, чуть дальше, там по пол сантиметра, ну, это вообще от приманки, конечно, зависит, чуть ближе, чуть дальше, ничего страшного, ну, примерно в середине. Вот мы сейчас прицелимся, и маркер, друзья. Можно брать на водоем. Там тоже тогда у вас будет получаться более это все точно. Так, там рвать резину не нужно абсолютно, потому что, поверьте, она и сама прекрасно без вашей помощи порвется. Это все-таки расходник. Вот. Примерно прицелились маркером. Себе пометили, где должен выходить крючок. И одеваем. Так, посерединке надеваем. Так, ну, флет-крючки, конечно, волосяные поводки у меня лучше получается вязать, чем оснащать силикон. Так. Корявенько что-то вышло. Сейчас еще раз, друзья. Вот. Ну, я по спиннингу не озадачиваюсь. Вот есть у меня все-таки моя любимая. Ну, как любимая? Я все рыбалки люблю. Но больше всего, конечно же, флет. Вот. И вот там, да, мне интересно там
что-то новое попробовать, какие-то новинки испытать. А спиннинг, как и поплавок, как и классический фидер, ну и даже карпфишинг, я не парюсь, у меня есть монтажи рабочие, в общем, друзья, так же и здесь. Вот, значит, смотрите дальше. Еще один момент, один нюанс. Не нужно прятать крючок сильно глубоко. Вот сейчас вот это идеально. Ну, можно чуть больше было. Ну, примерно 2/3, друзья, крючка должно однозначно выступать. Потому что я видел, что там прямо впритык к спинке делают монтаж. То есть это негативно влияет на поклевку. Это все-таки не офсетник. Это обычный джих у нас, и при таком вот положении будет идеальная засечка. Так, одно мы остановили, еще скажу пару слов, что вот этот самый лучший мой монтаж. Я больше всего ловлю именно на такой монтаж. Наверное, в 70% случаев. Так, следующий. Так, это мы положим где-то вот так вот. Следующий момент у нас. Момент, нужен нам крючочек двойной. Когда, друзья, чистое дно используется, тогда в таком случае двойной крючок. Так, смотрим. Так, ну этот вроде бы хорошо подошел. Так, сейчас я прицелюсь и маркером точечку поставил. Так, крючок можно чуть-чуть разогнуть, если он, не берите спаянный ни в коем случае, с ними для такого дела, такое дело не подойдет. Так, это я тоже на сайте ВИЗ заказывал, как и приманки, собственно говоря, кто будет спрашивать, вернее, по-любому кто-то будет спрашивать. Вот, ВИСТ, прикольное дело, с едобочки, классный запах рыбный, в общем, ну и довольно классный силикон. Так, ну, дай Боже памяти, прокалываем насквозь в нашей точке одним крючочком. Так, вот так. И теперь выводим, иногда силикон, предупреждаю, сразу рвется при таких манипуляциях. Выводим. Вот такая получилась штука у нас сейчас. И загоняем крючок, вернее, ушко крючка двойничка вовнутрь. Таким образом, чтобы он выходил в том месте, куда мы оснащаем джиг-головку. Иногда, говорю, рвется силикон при таких манипуляциях. Поэтому нужно все делать осторожно. Так. Давай. Опа. Вот такая, друзья, ну тоже у меня коряво, конечно, чуть получилось, но страху нема. Вот такая вот красота у нас получается. Тут уже джиг-головку одеваем. Ну, это тоже меняет, кстати, монтаж такой, игру приманки. Она становится более активна, чем на джиг-головке. Но джиг-головки тоже со счетов сбрасывать. Мне, например, нравится, что при монтаже на джиг-головке работает практически только хвостик. А при таком монтаже, шарнирном, скажем, на чебурашке, работает вся рыбка. Ну, иногда так, лучше иногда так. Тут никто не скажет вам. Золотой середины как бы нету, нужно и то, и то пробовать. И, в принципе, вот такой, так, где у нас вот такой второй монтажик. Так, и третий момент, друзья,
скажем, использую тоже, но реже. Это уже в закоряженных местах сильно. Офсетник. Тоже прицеливаемся. Ставим. Так, нет, я, наверное, психанул с офсетником. Можно поменьше чуть-чуть. Все на глаз. Так, ну вот этот будет хороший. Так, вам видно, отлично. Вот, когда на водоеме, то просто пальцем зажимаем место, где должен выходить крючок. Но еще раз говорю, лучше, конечно же, дома это все оснастить. Я обычно по две штучки оснащаю. Вот, ну и обычно не хватает. Друзья, вот так. Так, смотрим дальше. Дальше. Ну, тоже говорили, что сложно. На самом деле ничего сложного. Заводим жало. Примерно так, чтобы бородка спряталась. Ну, чуть-чуть можно дальше. Вот, и выводим наружу. Так, я правильно попал? Нет, неправильно. Сейчас. Блин, как объяснить? Короче, вниз рабочего положения должно выйти жало в этот момент. Так. Сейчас еще одна попытка. Раз. Надо, чтобы ровненько, красивенько все было. Блин, не хочется ваше время тянуть. Хочется побыстрее все показать, но лучше, конечно, не спешить, друзья. Так. Все, наконец-то я попал туда, куда хотел. Вот в таком сейчас положении. Далее. Протягиваем до изгиба. И тут уже переворачиваем, получается, его. Переворачиваем. И вот у нас есть отметочка, куда мы должны завести. Так. Выводим крючок опять же насквозь. Раз. Короче, друзья, ну примерно вот так вот. Это все выглядит, что-то какая-то хрень у меня получилась, если честно. Ну не, в принципе, пойдет нормально. Вот, друзья, тоже так же оснащаем, я не знаю, там, любой вот проходимец у меня есть. Груз такой, чебурашка проходимец называется. Вот это все-таки у нас офсетник. Он должен быть проходимый. Хоба. Хоба. Вот. Это в закоряженных, вот у нас есть река недалеко, там, ну как недалеко. Образно недалеко, так там очень сильно закоряжено. Вот такие, конечно, моменты там выручают. Вот. Но подсечка, конечно же, лучше всего будет на двойнике, либо на джиг-головке. Вот, опять же повторюсь, что джиг-головка у меня самая любимая. Вот. Вот так вот это все оснащено, друзья. Для своих спиннинговых рыбалок, друзья, вот эти три монтажа мне достаточно. Я повторюсь, независимо от там твистер, это виброхвост. Ну,
Есть еще момент, что на классике, вот я сейчас с собой не взял, ну скажем, такой релакс копыта, классика, там не получится, там нужно именно до конца тела приманки выводить крючок, при таком монтаже лучшая будет игра, и опять же он идеально работает, по моему мнению, только на джиголовке. Но есть моменты, нужно разбираться, я показал самые простые вещи. Надеюсь, кому-то будет полезно. За это, друзья, ставьте лайки, комментируйте. До встречи на рыбалках и канале Офишинг. Пока!